самое главное, не забывайте, откуда вы едете и для чего вы едете. Главная наша задача, это было, всегда говорит об этом, это безопасность населения Луганской, Донецкой республики. Я желаю всем удачи и успехов. Ахмат! Сила! Очень желаем, чтобы вы все оттуда вернулись без царапины, можно сказать. Но мы прекрасно знаем, к сожалению, и ранее не бывает. К сожалению, павшие смертью набрав тоже бывает. Знаем мы это все. Понимаем мы это. Все зная и все это понимая, мы вышли на эту дорогу, чтобы защитить нашу страну от фашистов, от бандеровцев, от нациков и всех остальных. Так это? Слушайте старших. Слушайте командиров, куда вы направляетесь, ребята, там уже почти 2 месяца, ребята работают, опытные командиры есть, ваши боевые товарищи. Вам большая просьба, это просьба у Верховного Главнокомандующего и главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, который нас в очередной раз собрал и отправляет. Берегите друг друга и защитите мирное население Донецкой и Луганской Народных Республик. Всем понятно? Наступило конкретное время, когда помощь стране нужна. Вот все добровольцы уехали помогать стране, защищать родину. Ну там война, мы рассчитываем победить, так и будет. Проявился вновь опять национализм, опять нашей стране приходится с ним бороться. Вот, все ребята встали на защиту своей родины. Поэтому для нас это священная война, мы выполним ее до конца. В целом, освободить мир от нацизма, давить всех гадов там до последнего. Нас собралось здесь очень много, в разных областей, с разных уголков нашей великой большой страны, чтобы встать на защиту нашей родины. Коллектив большой, хоть и многонациональный, но дружный, сплоченный. А все друг друга понимают, зачем едут, для чего едут. Я еду для того, чтобы мне не было стыдно перед моими девушками. Да, отец воевал, погиб в разрыве. Я воюю за родину, за правду, за детей, за то, что творят эти нечисти. Надо искоренить их, братьев нашей земли. И когда мы будем несчастны, мирны, все у нас будет. Ахмат сила. Едем защищать свою родину, силу, мирную. Людей, Ахмат сила, лавка. Программ, первым год, первым год, индивидуалка, это будет. Ты самый малый, да, Слон? Да, ну, хорошо будет Барселона, а мы с Лахласом. Давай с тобой, Лахлай, Ахмат сила, Лахлай.